Так, ну что, бомбим следующий? С вами Малкей, Милка и... И Айрайдер, ёпта. Всем привет, дорогие друзья. Я Райдер, ты Райдер. Я Райдер. Ёпта. Я Рейдер. Знаешь, что такое Рейдер? Рейдер. Рейдер это вообще, короче, типа человек, который, скажем так, типа воришки, понял? Вот, например, ой, что-то ты меня рубанул с левенца. Том Брейдер, например, расхитительница гробниц. Да, Том Брейдер. Вот, точнее. Типа, а Райдер, вообще это что-то типа, не знаю, ездок, что-то такое, понял? Мотоциклист. Да нет, сам ты мотоциклист. Так, этот, огненной гонщик или, а, призрачный, или как он там? С огненной такой головой был все время. Ну да, типа того, но, как бы, я на самом деле ни хрена не гонщик, знаешь, не, ну как бы да, я любитель, конечно, быстрой езды, там, иногда понарушать могу. Ну, типа, что прям такой какой-то рейдер. Просто как-то, я не знаю, мне этот ник очень понравился. Вот, я не знаю, он мне как-то в голову взбрел, так знаешь, так внезапно. И что-то я решил, что я буду райдером. Райдером. Да, именно с цифрой 3, ёпта. Ну, походу... Нет, когда-то у меня, кстати, была вообще такая манечка, я хотел... я думал, что я, короче, Оптимус, понял? Это такие, типа, детские шутки. Шутки юмора, когда фильм «Трансформеры» вышел. Мы, короче, с моим другом ругались, кто будет Оптимусом. Прикинь, два дебила. Так, тут одного бревна не пытается. Вот, смотри, тут 4. Я волочу за собой 4. Давай. Вот, все. Теперь пробуем. Лестничка. Беда. Да. Ой, меня тут приглашают в группу. В доту. В доту. Да. Печально. Блин, да, чувак, она не ставится на платформе. Да. Блин, не гони. А если хорошо, если мы попробуем построить... Стой, я вообще не могу на саму платформу даже вылезти. Вот, я ж тярю, поэтому надо было... А, не, вот я вроде бы вылез. А как ты вылез? Подпрыгнул просто. Давай бырчиком построим. Может, можно к первой лестнице вторую как-то присвоить? Ну, хрен его знает. Ну, а попробуем. Давай, попробуй. Может, уже такая система. У меня просто энергии уже нет. А, нет. Я, конечно, одну бутылочку швякну. Но нужно будет лавоньку сделать, по-любе. А, кстати, блин. Второй раз уже и забыл. Блин. Да, потому что... Мне как регенится просто-напросто. Темнеет снова, достало уже. Да, как-то очень ночь. Быстро. Так, в какую на сторону падает? Оно вечно, кстати, в разные стороны. Оно всегда, чувак, падает по-своему. Для, смотрю, для, ну, деревьев, типа, в The Forest не существует физики. О, там, ой, бог же мой, посмотри на воду, чувак, там так это красиво, не гони. Кровавая. Да, уже все. Так. Чик-чик, готово. Ну, давай, Это девственницы, которым только порвали, вот они купаются в этой реке, и поэтому она становится... Чувак, такой... работает. Не, это работает, но нельзя... Ну, сейчас проверим. Не, херня, чувак. Нельзя построить лестницу на вторую... Ой, на первую лестницу. Да? И на платформу тоже нельзя поставить. Блин. Вот это беда, чувак. Дерьмо. И как туда выбраться на тот дебильный дом, на который мы потратили 131 полено? Вроде как-то можно, если не ошибаюсь, вскарабкиваться по стенам, обычным стенам. Ты что, Спайдермен, что ли? Я нет. Ну, я видел, мужичок как-то он вскарабкивался. Он по-любому Спайдермен, мне кажется. Стой, а что если попытаться сделать вот этот баг, который на деревьях, да? А, ты же не упираешься в дом. Да, вот. Можно было бы как белка вылазить, понял? Угу. Ну, фигушки там. Блин. Фигли. Мне серьезно печально. Твою мать. Что есть? Так это нельзя построить. А что есть... А, тут же эти деревья не показывают у тебя. А, так оно в натуре... Стой. Вот, я могу на дерево прицепить... Могу на дерево прицепить дом. Вот мне тут дерево показывает, на нем можно прицепить дом. А у меня там нет дома. Ну, плевать, в любом случае, на него можно будет вылезть по веревке. Если мы прицепим этот дом, с него можно сделать платформу к тому дому, или трос, да? Да, ну, хотя...
Стоять, вот у меня показывает еще вот тут дом. Но отсюда будет сложнее, чем отсюда. А попробуй просто поставить. Мне интересно, я его буду видеть или нет, потому что у меня здесь нету дерева. Вот хорошо, так, здесь. Откуда бы лучше? Ну. Вот отсюда. Вот. У меня здесь дом. О, показывает дерево. Ставить. А, вот. Показывает? Чертеж показывает. Я имею в виду такую платформу. Ну, с вот этой вот вышки нельзя провести мостик. Или у тебя можно? Я не знаю, а с какой можно, как можно? Я же еще не делал. Ну, вот три бриджа. У меня вообще три бриджа этот не кликабельный. А, вот. Это плохо, поэтому мы с тобой... Ну, хотя... Это а, придётся... А у тебя он кликабельный? Он кликабельный только в одиночный. Это получается, смотри, придется раз, два, делать еще две платформы, плюс вот эту вот на дереве. Блин, это жесть, чувак. А как нам туда попасть-то, ё-моё? О, у меня птица сидит на носу или где? Видишь, нет, улетела. Ну, стой. А, она, видимо, мне на руку садилась, она уже улетела. Она, видимо, садилась мне на руку, но так как у меня была зажигалка... Спалахуйка. Точно. О, енот. Давай. О, енот увидел, что я его пытался изнасиловать и удрал. Удрал, как енот. Удрал, hey, shit, motherfucker, what you talking about, nigga? Hello, motherfucker. Давай. Будем строить наш, вот этот вот, Дамидзе. Можно на него ни хрена себе деревьев, конечно, нужно. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. А сколько вообще нужно? Короче, просто... 194 в общей сумме светится. Сколько? В смысле в общей? Ну вот, внизу посмотри, внизу слева числится число, сколько нужно. 194 полена. Но это с учетом двух вот этих площадок, скажем так. Чё, все, у меня энергия закончилась. Сейчас построю лавочку. Да, нужно лавоньку сделать. У меня даже пить уже нечего. У меня есть только дерьмо, которое понижает энергию. Нахрена тема, которая понижает. А, она же для крафта в натуре совтыкал. У меня есть стрелы, я могу их засунуть себе в жопу. Либо этому чмырю в жопу. Вот, я не могу взять стрелу в руку. Это очень обидно, я бы засунул ему в жопу. Наурод! 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 What you doing here, nigga? Rich. Come on! Вот когда его бьёшь, звуки как будто вот твой топор проникает в его анус. Но он почему-то не расчленяет. Смотри. Прикинь, ой, если бы можно было в этой игре срать. Вот тупо завалил аборигена, обосрал бы. Я бы ему всю лысину обосрал бы так. Обосрал. Был белый абориген, стал коричневый. Я бы его сделал бы нигером. Йоу, нига. Йоу, нига. What's up, нига? What's up, нига? У тебя есть тут телега какая-то рядом или нет? Да, две телеги. Ну, короче, я тогда вот это вот беру. Сейчас пойду что-нибудь нарубаю. Да, ты взял, конечно. Видел бы ты себя, Сан Саныч, отвечаю. Если так... Хрена себе, ты бегаешь задом. Так задом... Шевели задом, детка. Задом бежать — это тема. Получается, даже если ваша телега поднимается вверх, вы все равно продолжаете бежать, потому что она будет таким образом опускаться. Физика, ёпта. Ну ты, Вася, дал, ёма. Так, давай. А, так стой, я возвращаюсь тогда к дому. Нет, мы... Нет, так я... давай, а, я рубить не смогу все равно, чувак. У меня энергии вообще голяк. Да, блин. Да, поэтому ну, так... я возвращаюсь к дому, ты рубай деревья, а я буду... А там животных нет? Проверь, там есть ловушки, может, у них животные есть. Окей, так. Ловушки. Они где-то возле тотемов ловушки были, да? Да. О! А ну-ка, на-ка. Что у нас в ловушке? Ловушка поймала палку. Не, ну ты прикинь. Ловушка поймала палку и камень. Ловушка попала камень и палку, слушай. Камень, ножницы, бумага, палка, негры. Камень. Что за... Дурацкий русский, что это за гадость? Как здесь не поймать зайчика? Что это такое? Что? Валенки. Ладно, бог с ними. С ними так, валенка. Я не знаю, где плохо, что получается. Нельзя спать, я бы выспался тут. Да, кстати, на. А так там, смотри, я лавочку поставил. Можешь попробовать ее сейчас достроить, там все равно только два бревна как бы надо. А где ты лавочку поставил?
возле дома. Только не из того, которого мы только что построили, а возле вот этих чертежей. Возле чертежей? Лавочка? Да, там сбоку. Ох, чувак, ты бы видел, сколько здесь деревьев. Йо-хо-хо. Слушай, Санек, не вижу нигде лавочка. А вот лавочка. Там проходик такой будет? Я нашел. Ну давай, телепортируй, короче, в этот. Сейчас. И можно будет вот этот достроить два огородика и что-нибудь в них выращивать. Там как раз еда вырастает с них. Ну, огонь. Можно будет тоже хавать. Так, а у тебя завтра экзамен какой-то, да? Да. Ну, там надо реферат и плюс его защищать. Ой, бог ты мой. По физре, чувак, прикинь. А, чувак, у меня тоже, у меня в универе, короче, когда я уже заканчивал, были, короче, тоже, типа, экзамен. В связи с тем, что я не ходил, я туда не ходил почему? Потому что я ходил на боевой самбо. Вот. А потом, типа, я не ходил, потому что у меня была травма ребра. Ну, типа, я ребро сломал, поэтому я вообще не мог ничем заниматься. Я даже бросил свой любимый вид спорта. Вот. И, короче, в чем шутка-то? Из-за этого мне дали стоять, я встал с лавочки. Короче, из-за этого мне нужно было писать экзамен по физре. Охренеть. Чувак, там такие вопросы. Почему, например... А, короче, такой вопрос был. В Японии, по-моему, в 1870 или в каком-то там году, я не помню уже в каком, но давно, японцы, что во время войны что-то не делали, и вопрос, какую цель они преследовали? Я такой, чего? Чего? Короче, что я написал в билете, чувак? Я написал, извините меня, пожалуйста, но в связи с тем, что это предмет физкультура, Они из японской истории или японская культура отвечать на подобного рода вопросы я не собираюсь. Всем добра. Вот так. А правда, ну там нормально. Препод побесился, конечно, да, боже, хоть пускай обосрется, мне срать абсолютно. Слышишь, блин, чувак, ну физра, блин, японская какая-то история, и типа я должен ее шарить, блин, чавой. Даже Google мне ни хрена не сказал по этому поводу. Я обиделся на него. И на того лысого усоска. Усоска. Ахахах. Ахахаха, аза-за-за, ахахаха. Так, ну, ахахах заебал. Ну, зачем такое делать вообще, на самом деле? Не, серьезно, ты, бред, тупо. Ты где так далеко, чувак? Я к тебе уже бегу тут на протяжении лет. Так я загружаю... Блин, тут, понимаешь, тут такой склон. Много, очень, очень много деревьев. И... Блин, даже не знаю, и ты грузишь деревья... Я их загрузил, ну ладно. Телегу, да? Да, и давай я, наверное, сейчас спущусь, ты беги ко мне. А, так тебе или обратно? Не-не-не, ко мне не. Вот, тут просто очень много деревьев, очень-очень. Я обратил внимание, что, чувак, когда ты отдыхаешь на лавочке, у тебя энергия быстрее, ну, типа, на дольше восстанавливается, тебе на больше хватает. На дольше? Да. После того, как выпил бутылку дерьма. Дерьма. Бутылочку. Дерьма. Жиденького дерьма. Так, что ж, друзья, данный выпуск подходит к концу. Пожалуйста. Поставьте свои, скажем так, здравые оценки. Большой палец вверх, большой палец вниз. Что вам больше по душе, понравился вам выпуск или нет. Вот, напишите комментарий по этому поводу. Пожалуйста, обязательно, если вам, не дай бог, не понравился, напишите пожелание, если не впадло, конечно. Вот. Да, и появится следующий выпуск, если вы поставите палец вверх. 7 раз. Только не иначе, да. Ну, как, вы поставите один раз... Кто-то еще поставит один раз. Если 7 человек поставят большой палец вверх, то все будет огонь. Поэтому что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был iRaider и Милка. Милка, йоу. Смотрите следующие и предыдущие серии. И до скорой встречи, ребят. Всего наилучшего.